трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Не забудьте оплатить до 1 декабря транспортный налог за 2016 год, неустанно напоминает налоговая служба. Если соответствующее уведомление до сих пор гражданину не поступило, то он срочно должен обратиться в налоговый орган по месту жительства. Еще один вариант – заглянуть в личный кабинет на сайте ведомства. Для входа в него необходим ИНН. Трасса 101. Чтобы запустить двигатель, надо дунуть в трубочку. Если в выдохе нет паров алкоголя, то мотор заработает. Компания Seat представила хэтчбэк Leon, оснащенный алкотестером и другими продвинутыми системами безопасности. Среди них имеется сканер сетчатки глаза. На случай, если пьяный шофер попросит приложиться к алкотестеру трезвого знакомого или случайного прохожего. Также в машине есть система слежения за состоянием водителя, устал, не устал, и система помощи новичкам за рулем. Трасса 101. Обновленный кроссовер Geely M-Grand X7 появится в продаже ближе к лету следующего года. Машина существенно изменится внутри. Новые сиденья, другая отделка и не слишком существенно снаружи. Техническое оснащение, по всей видимости, останется прежним. Сейчас автомобиль комплектуется бензиновыми моторами объемом 1,8, 2, либо 2,4 литра. Минимальная стоимость 799 900 рублей. Трасса 101. В следующем году всех европейских автопроизводителей обяжут оснащать новые машины, уже в базовой комплектации, системой автоматического торможения. В первую очередь это делается для безопасности пешеходов. По оценкам западных экспертов, в результате число наездов на пеших участников движения удастся сократить на 40%. В США, добавлю, упомянутая система появится на всех свежих авто в 2022 году. Поднебесной сделали очередную копию известного европейского автомобиля. Чинган Ашан X70A чрезвычайно похож на Land Rover Discovery 4-го поколения. На одной из презентационных фотографий китаец предстает покорителем пустыни, хотя вряд ли он сможет резво передвигаться по песку. Мотор-то слабоват, 97 лошадей, объем 1,5, плюс только передний привод. В Китае машина продается за сумму, эквивалентную 700 тысячам рублей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.